наши небродежинские гаишники. Насколько я знаю, с 10 до 11 у вас написано там патрулирование, дамбы, ГЭС. Так или не так? Вы вопрос не услышали? Сержант, я говорю, вы вопрос не услышали. Там с 10 до 11 вы обязаны патрулировать дамбу ГЭС. А вы почему-то находитесь здесь. Кто вам дал право нарушать? Внутренние инструкции, указанные в 111, которые говорит, что вы понимаете, почему? А что значит хочу, не хочу? А. Не, ну мне просто можно, интересно, я ж как-то... Вы знаете, что... Я этот случай я все равно не оставлю без внимания. Я буду, опять же, писать Кравцову. Письменный запрос, письменный ответ. Правильно. Ну, как бы не вам мне указывать, что и как мне делать. Я вижу, как вы занимаетесь, да. Скоростным режимом и безопасностью дорожного движения. То есть проехали велосипедисты, вы мер не принимаете. Это что, невыгодный клиент велосипедисты? Или как это расценивать? Как это при чем? Или для велосипедистов не существует правил дорожного движения, как они должны двигаться? Тем более организованная группа велосипедистов в количестве 4 человек. Вы правила вообще знаете, в курсе дела. Давайте посмотрим, как должны двигаться велосипедисты. Почему вы не приняли никаких мер. Посмотрим. А. Письменный будет само собой. Отвлекайте нас. Это неуважение. Да ваша служебная обязанность сейчас патрулировать дамбу ГЭС. Это ваша служебная обязанность. Вы спрятались вот за заборчиком, за каким-то. Я знаю, что вас видно, с космоса видно. Везде вас видно. Ну вы, если не возражаете, мы вам поможем. Согласно закону про дорожный рух, согласно статье 6, или вы обращаетесь к водителю или к пешеходу?
А разница? А разница есть две статьи. 17-я статья закона о принятии продолжения предусматривает права пешехода. А 16-я закон о принятии продолжения, 16-я статья закона о принятии продолжения регламентирует обовязки водителя. И ни в 16-м, ни в 17-м не предусмотрено, что вы можете требовать у меня ни карточку маршрута, ни поверхность. Я пока не требую. Ну, вас, ничего. Я у вас спросил. Прибор проходил поверку. Пожалуйста, пишите письменный запрос. Вам ответят. Да. Вот так всегда. Только собирайся помочь работникам ГАИ, а их почему-то сразу вызывают. То ли ДТП, то ли их дежурку вызывают. В общем, куда-то срочно они уезжают. Протоколы составлять о том, что мы не остановились по требованию инспектора. А, может быть, даже это сделать. Сейчас это уже как-то этим удивить. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это дорога. Отвлекаете. Хочется только одного, чтобы ребятам подняли зарплату хотя бы $1,500 чтобы они получали в месяц нормально, две. Не хуже руки, насколько лить, да. Это не спасет. Ну, они не херней страдали, а действительно занимались работой. Не мешаем, вы проедете? Пристегивается. Ну вообще да, смотри, мы стоим правильно. Ну видишь, вот на парковке. Но они стоят неправильно, поэтому выезжать пусть сами как хотят. Ну хоть толкать не пришлось, то бывает. Мог здесь еще ответишь. Ну все, ждите письма с протоколом о том, как не остановить.